Здравия желаю, товарищи зрители. С вами снова я, Зазеп, и продолжаем играть в Zombie U. Так. Что нам надо по заданию, собственно говоря? Компьютер активировать. Это типа задание, да? Сок, патроны для пистолета. Это что он видит по камере, да? А если я выйду? 7 писем Ди. И чего тебя понесло во дворе? Действительно. Есть идея. Давай, выкладывай. Ходят слухи, что во дворце разбит военный лагерь. Главный там полковник Вейверли. Помни его по буре в пустыне. Скажи, что ты от живого. Он о тебе позаботится. С оружием поможет. Ты С4 может подкинуть. С4 это хорошо, а то я там видел, там взорвать надо было. Так, а что нам надо вообще? Что нам этот терминал даст? Активировать. И что это там за дырень такая? Или что это такое? Это взорвать надо, да? CCTV. До Грин Парка. А по канализации мы сможем добраться до Грин Парка? Давайте коротким путем пойдем. Так, фонарик. У нас здесь друзей не появилось новых. Какая жалость, а? Что-то там. Ладно. Ворон и Ди обращаются к выжившим. Сигнал к эвакуации, удар колокола. Повторяю, зеленый Понял. По колокольному звону. Понял. Сандра, мать ее, Келли. Я думал, она умерла. Не ведись. Вороны и поход в бордель не спланируют. Эвакуация, сейчас. Грохнут тебя и обчистят твой мор. Я даже не знаю. Грохать меня, не грохать. Необходим пропуск. А ты сможешь взломать, слушай, дядя? И мне тут опять как-то обход надо искать. Добраться до Грин Парка. Ладно. Не хотите по-хорошему, будет как обычно. Ну что, пойдемте окольными путями. Тут мы не сможем. Уже там все зачищали. Давайте обойдем. Ну были мы тут, были. Новые зомби не пришли? Новые зомби не пришли. Или пришли все-таки? Вот как я вам доберусь до Грин Парка? Вот как? Придется возвращаться. А это просканировать можно? Просканировать нельзя. А, так можно взломать. Ну это да, это хорошо, это хорошо. Все, скрыли. Как-то это место мне доверия особо не внушает. По-моему, мы тут были. Да, мы тут определенно были. А, пойдем через парк. Вроде как новых кусачей тут нету или есть?
кто-то дверь открыл. Позаботился о нас. Ищи полковника. У него должен быть пропуск в мобильный арсенал. Как скажешь, бро, как скажешь. Так, ну одного я уже вижу. Второго. Вагонье. Ой. Давай-ка мы с тобой немного разомнемся. Как тебе дубины по голове шипами? Приятно, да? Я так и знал. Ну вон же еще один. Одна. Да чтоб тебя. Вейверли был из лучших, знаешь ли. В Кувейте он не раз прикрывал мне спину. Достойный человек. И не говори. Ой, что это было? По Макдасам. По Макдасам. Что там, у тебя один патрон дробовику? Сойдет. В принципе. Болото у вас тут, конечно же. Добротные, добротные. Пойдем. Сенсор с ума сходит. Давайте ту. Тетю жмотю. Ну, раз я тут. Как скажешь. Ты меня одну спиздишь, да? Или ты так обо мне побеспокоился? Я тебя обыскивал? Тебя обыскивал. Зомби. Подъем. Не, ладно, не подъем. Что там у тебя есть? Ключ как там? Электронный пропуск. Мышь себе оставь. Не, чтоб патронов там положить штук 600 так. У тебя что там 600 на одного бойца только? Так, тут все вроде как, да? Я обыскал уже все. Это шмотки сушит тут. Промокли, да? Ну, бывает. Валяются там пьяные. Так, давайте на остров, может, заберемся. Ты ж рюкзаком так не размахивай. Что-то я там стриманул немного. Такой музычки. Так, ну вроде как больше, кроме лягушек, тут нескольких ворон не осталось, да? Так, как бы вас там потревожить так? С тебя, что ли, начать? А нам вообще другую сторону, да? Да, нам вообще надо, в принципе, возвращаться. Смысла за ними ходить нету. Ну, раз нету, то нету. Вот один. Кто там стонет? Никто? Ой. А что такой горячий? Заразный типа? Или что? А
Или с тобой находиться опасно? Не, все, вроде как перестал. Но я хочу тебя обыскать, слушай. Можно я тут немного? О, а что это у тебя? Улучшение разброса. На шотган, что ли, поставить? Можно. Так, фонарик зарядим. Дверцу прикроем. Так, тетя. Класс. Теперь хватай все, что унесешь, и тащи в убежище. Письма Ди 2. Прости, что ворвалась на твою волну. Вороны Ди хотят эвакуировать Тауэр. Нам нужны... Это что такое? Стрелы? Как балетные болты. Да? Возьмем патроны для этого. Неплохой подгон. Повышение огневой мощи. Си-4. Старые, Си-4. Угу. Бесполезно. Но чтоб взорвать препятствие, цены нет. Как-то бесполезно. Вот толпа зомби идет. Заложить, отбежать, взорвать. Как-то бесполезно. Я бы тут, не знаю, тут взял бы точно... пару коробок в убежище прям затащил бы. Если надо будет там, можно было бы раздать. Добраться до Тауэра. Или все-таки в убежище. А давайте в убежище. Пойдем, скинем. Это что, мне не жалко. Чтоб как в прошлой серии не получилось. Что у нас там все забыто, и пришлось там пару пирожков вытянуть и патрон там не взять на шотган. Да-да-да. Это дело такое. Ресурсы надо поднакопить. Марш в убежище. Послушайся этого дядьку. Он нам помог. Это великая чума. Вороны суетятся. Знамения даны, и чума пришла. Так и говорил. Это сундук? Но ты об этом не думай. Как скажешь, мужик. Так. Давайте это. Нафиг нам это. У нас же вроде есть арбалет. Да, один арбалет. Кстати, стрелы на арбалет, они же как, они восполняются? То есть ты убил, подошел, забрал. Вместо чего бы взять? Вместо дубины, может... У нас, в принципе, весло есть, но дубина, она вроде как покрепче бьет по мордасам. Мы используем ее чаще. Аптечку. Батончика нам хватит одного. Граната нужна в определенных местах. Патроны, 14 шотгана. Все, ладно, давайте не будем на этом. Сохранимся. Сохранимся обязательно. Все, побежали. Естественно, коротким путем. Жилой район Блик Лейн. Пойдемте сюда. Выберемся. Нам точно? Или что-то мы напутали? Чего там нету? Я так и понял. Не, давайте в люк все-таки заглянем. То шо мы как не родные. Так, ну посмотрим. Цели.
Или через рынок пойти. Да, через рынок. В принципе, тут вроде как взаимосвязаны все. Добраться до Таура. Как мне добираться? Там, где я был, наверное. Кингемский дворец, мемориал Виктории. Так что ли? Давайте сходим. Тут хотя бы... Да, тут цель есть. Значит, отсюда пойдем. Вроде как все прочищали. Страшно не должно быть. Чем по несколько раз. Опять на улице, да? Кстати, а лут появился. Не, флэр. Взрывчатка как была, так и осталась. Сундука мы все позабирали. Что? Карабкаться там или что было? Закрыть. Что там закрывать? Решетку, что ли? Походу. Все, побежали отсюда. Да чтоб было. Шевелись, не стой. Ты легкая добыча. Так, ну, кажется, этой тетке я уже доверяю. Но вообще с зомбачами и кусачами лучше, конечно, не спешить, может, как-то. Вот тебе по голове дадим. Тебе. 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 Ну и тебе. Все. Я думал, их будет больше. Мина. Мина нам не нужна. Давай, лупи по нему. Что там выцеливаешь у полдня? Мало идет. А еще так сможешь? Вот и этого давай. Краса пеп. Мина. Чего у вас там все мины? Нахрен вам столько мин? Давайте на островок заберемся. Гранаты. А, пули такие. Ну ладно. В принципе. Скину в убежище, если что. Или так выкину. Их тут прям так разрывает, что ли. Давай, этих сможешь? А нафиг нам эти нужны? Левитирующее. Что там было? Банка, бутылка. Что там? Пойдемте к Тауру. Здесь мы вроде как не бывали. Или бывали? Походу мы тут все-таки бывали.
А там мы обойти сможем? Смотри, так стреляешь, еще меня тут вынесешь. Ползает, смотрите. Фиг тебе. Вроде как больше никого. Кроме там одного приятеля. Ноги-то она ему перебила. А так добить уже все. Взорвались, конечно, знатно. Что там? Просто так? Ясно, взрывать надо. Так, разведаем пути для отступления. Да мы могли просто так обойти тут. Ну ладно. Ну, по канализации как-то привычнее будет. Бегом! Так, зомби не сбегутся? Вроде как не сбежались. Ни хрена не видно. Почти все. Фонарик послабше сделаем. Еще одну скорострельность. Надо было, кстати, модули поставить. Я же в прошлой серии залутал. Выйти. Ну, пойдемте. По заданию. Так, что у нас там? Итак, тебя тянет в птичью стаю. Ну что ж, я расскажу тебе о воронах Ди. Рассказывай. Пророчество Ди ясно, но эти трусы хотят подогнать его под себя. Они признают, что Ди предсказал чуму, но уверены, что насчет выживших он ошибся. Они не спасут мир. Эвакуации, лекарства, передышки. Хрень! Выживут подготовленные. Этому-то я тебя и учу. Спасибо, конечно. Ты, вижу, совсем меня не слушаешь. Ладно, но учти, тут я тебе не помощник. Да я думаю, раз ведь тетка сразу не грохнула, так в чем проблема? Я думаю, если бы я им какие-то сложности создавал, то... Ну это, блин, очевидно же. Так, вот здесь что-то как-то стрёмно мне. Там тело. И что, мне бежать там надо, да? Я еще на лестницу подымусь. Приятель. Вроде как не встает. Так и лежи. Не дергайся. Не шелести особо, дай поясню ситуацию, да? Так, еще сможем назад вернуться, это хорошо. Так, снизу там расчистить же надо как-то, да? Говорит Сондра, ворон Ди. Я карабина. Только давай
сначала очистим дорогу в Тауэр. Мы потеряли снайпера. Впрочем, он не первый с тех пор, как это началось. Ну да, действительно. Так, фонарик, я думаю, можно на улице оставить заряжаться. А что это там такое у нас интересное? А, ничего. Снайпер. Значит, мы подаем снайперскую винтовку. Хорошо. Я вас тут побеспокою. Патроны. Сколько у нас патронов для пистолета? 20, 23 и 16. Нормально, нормально. Можно уже опять начинать подстреливать. 7,70. Я из такой комара с задницей отстреливал. Давай попробуй. Могу жопу отстрелить. Так, ну давайте назначим управление. Так, 1, 2, 3. 4. Ну, вместо гранаты давайте. Что там за патроны используются? Карабин-то, по-моему. Да, вот эти. Патрон для карабина. А прицелиться можно как-то? Или только так, по-дебильному? Давай в упор. Хотя нет, еще можешь пригодиться. А вдруг разберусь. Давай, приятель. Вот и все. У тебя пусто. Так, давайте попробуем разобраться, как прицеливаться. А, на колесико мышки ты стреляешь тоже? Когда повернуться, да? На В. Настройки. Так, управление. Управление, управление. Чувствительность. Управление. Прицелиться. Прицелился. Навести прицел плюс СПЦ. Чё за СПЦ? Контрол, что ли, или чё? Альт? Нет. Да, ну на пробел. Спейс, точно. Минус один. Я же говорил, что разберемся. Все, кажется, я сейчас буду начинать патроны для карабина таскать. Буду издалека отстреливать их. По-снайперски. Сколько? 3. Зря, конечно, так шмалал. Чё, в упор у нас есть дедушкин. Что за звуки? Это глушилка, что ли, создает их? Кому там не имется? Вранье. Тоже ничего полезного.
Можно, в принципе, немного пуль потратить. У меня есть для вас приятный сюрприз. Вот так вот. Одним выстрелом, сразу троих снес. Замечательно. Ни капли не жалею. Ту тетку можно оставить так. А потом. Так, вот лестница. Выползли. Точно пропуск нужен? То, что у нас там вроде как хакер есть один, который взламывает замки на расстоянии. Прям разнесло, прям в щепки. Ну все, красопепа. Отжила ты свое. Так, вот лодка, это, конечно же, хорошо. Было бы. Можно было бы эту лодку починить. Зомби тем более не плавают. Вполне эффективный способ. Почти как вертолет. И жрет вроде меньше бензина. А что тут у нас? У нас ничего. Давайте С4. Бегом. Так там зомби сейчас не повалят, нет? Вроде нет. О, приятель. А ты тогда пенсии не доживешь. Как-то так. 16, 15, 20. Сойдет. Слот один израсходовали. Что там у тебя есть? Бедный. О, подгончик, подгончик. Второй после чумы подрезал крылья таурским воронам. Что могло лучше доказывать его веру в черное пророчество? Ну, кроме основания нашего ордена. Буду знать, буду знать. Мне вообще как бы вниз, да? Подождите, я еще наверху не был. Что у нас там наверху? Вроде как обычная площадка. Вообще было бы прикольно, если бы эту деревяшку можно было как-то отстрелить. Что там? Напиток? Сойдет. Подожди, браток. Не шелести особо. Вот и все.
отработал свое. Так, у нас там тоже что-то есть. Ой-ка. Ладно, давайте сюда сходим. Стрёмно тут, я вам скажу так. Так, теперь у нас есть карта. Карта — это хорошо. Так, путь для отступления тоже есть. Все. По углам тоже никто не стоит. Так, ну, разобрались со страшным дядькой. Так, чисто. Фонарик еще нормально, живет. Живет. Чё, кому побольше света? То мало ли. Не видно. Когда разорили библиотеку Ди в Мортлейке, мы потеряли много знаний. Остались крохи. Чтобы их понять, нужно быть Ди. Теперь у тебя инфракрасный фонарик. А если я не Ди? Но у меня есть техника. Да, я вижу уже один. Это гиптограмма Ди. Символ единства четырех элементов. С алхимией, магией и наукой. Для нас это ключ к тайному знанию. Отлично. Доставьте свою карту. Официально этого места не существует. Положись на инфракрасный фонарь. А если у меня его нету? А, есть. Что-то там бурбучало. Зомби. Стрелку так нарисовали мне большую. И здесь. Хрен его знает. Здесь глубоко, не глубоко. Судя по общему уровню воды, то здесь не глубоко. Ищи знать. Они приведут тебя к бункеру. Как скажешь. Показалось. А, постой, дорогая. Ёкарный мамай. Ты, надеюсь, не такая же? Так, были-ка чем-нибудь перекусить? Использовать. 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 Взрывные. Что-то я думаю, что они так разлетаются во все стороны. Ну тебя нахрен. А, ты обычный? Кто-то там орёт. Хай орёт.
Калаш? А, это увеличение емкости. Интересно, интересно. Куда нам дальше? Вообще нам нужно сюда попасть. Походу не с того выхода вышли. Коробочка. Что-то музыка, как-то, знаете, нагнетает. Не напугал. Шучу, напугал. А, получай, помог тебе за это. Что там у тебя есть? Флэг. А чё, давайте кинем. Посмотрим, как он горит. Самому интересно. Столько флэгов набрал. Так, давайте один. И дубину нашу на один. Опять. 2, 3, 4, все. Винтовка у нас заряжена. Pull and limit. То, что? Ну, флэр что-то как-то недолго горит. Мог бы и подольше. То больше никто не выползит. Вроде как нет. Или бальня какая-то. Не, не хотел я. Это может быть какой-то ништяк. Кроме черепов. Вроде нету. А там? О, сода. Сойдет, сойдет, сойдет. Это что такое? Яд, do not touch. Не, яд нам не нужен. Вот колу я бы бахнул. У нас бомбанули так один раз не слабо. Столько хилок израсходовали. Жесть. Что там? Все, понял. Так, обыскать тебя можно? Ты выглядишь полезным. Вытолкнем этого приятеля отсюда. О, обыскать. Так. Два дробовика. Отлично. Ты мой дорогой. Хороший. Так, все, давайте отрегеним. Фонарик. Поставим на свету. Посмотрим, пока у нас что там в инвентаре есть. Полезного. Патроны. Патроны хай тут сбоку лежат. Все оружие сюда перетаскиваем. Ну, гранату это так, на всякий П. Ну, шотган, я думаю, приберегу. Я более... сложных ситуаций. Так. Я уже даже шепотом говорю. Добро пожаловать в нервный центр воронов Ди. В буквальном смысле. Чума сумела напугать даже нас, а мы ее ждали. Что там у пацана в руке? Меч? Вроде тебя. Мы пытались предупредить людей. Наш лучший спец добрался до королевы, но его не послушали. А это улучшение. Теперь у нас есть АК 47. Черное пророчество. Ну, давайте почитаем. Фонарик можно подзарядить пока. Где там пророчество ваше? Письмо Ди. Подождите, да. Второе письмо. Первое мы читали. На паузе, естественно. Закрыть описание. Все, так.
Чё я хотел? Калаш. Хотел калаш. 1, 2, 3. Снайперка, она, в принципе, особо не нужна. Посмотрим, что там, чем калаш стреляет. В принципе, патроны должны быть там 7,62. А 147. Давайте посмотрим, сколько у нас пуль на него. 30. Сойдет. Это уже прям, я не знаю, есть там. От 10 человек на нас бежит. Черное пророчество. Тоже почитаем на паузе. А, черное пророчество. Письма, черное пророчество. Так-то мы все читали, да? Давайте, кто не читал? Ой. Так. Паузе. Ну и это. Кто успел, тот молодец. Ну, еще раз открою. Что-то я быстро, да? Перелистнул. Фонарик можно вырубить. Тут вроде как приемлемо. Ввести код. Ага, а какой код? Что-то походу за этим ящиком написано. Не вижу. Блеск. 3, 7, С, чё? Это как читать? Какой код? Ноль, 3, 9, 1, 8, 5. Что? Так, какие нам нужны символы? Так, Э7 евро. Какой-то. Так. 2. Так, 2. 0, 3, 9, 1. Интересно, интересно. Но первое число это у нас кое 2. Надо записать себе что ли как-нибудь. А, нету ручки. Печаль, обида. Так, ладно, 2. Что там следующее? Евро, по-моему. В каком-то порядке, вот так вот. Или у нас в письме где-то записано это. Блокнот. Так, а евро? 8 или 5? Что за корючка такая у нас там? Херня. 6. 2, 6. Так, 2 на конце, 6 в начале. Понятно. 2, 6. 0. Давайте 2... Ладно, сейчас разберусь без записи, вам скажу. Ну шо, так я там отсканировал вот эту хрень. Вороны давно перевелись. Ты тоже научишься их видеть и понимать. Изобрел шифры. Он, кстати, был первым профессиональным шпионом. Письма королеве Елизавете он подписал... Агент Джеймс Бонд. 007? 007? Да,
Юморец, юморец. Так, вот шифр бы его этот. Енохиан стелфовит расшифрован. А кто-нибудь заметочку мне добавит в инвентарь? Или как? Ехотианский письмоди. Пытался предупредить короля. Ну, на паузе. Так, подождите. Сохранить наш код. Ехохихианский. Правила выживания, убежище, рюкзак. Ну что-то как-то пользы мне от этого мало. Ехохихианский. Кто ж поможет мне его расшифровать, ваш ехохихианский алфавит? Ладно, сейчас приду. Да все просто было. Я просто обернулся. 1039. Думаю, мне тут как-то посидеть надо, подумать. 1039. Нет, не надо было. Просто повертеть головой. 1039. Все гениальное просто, да? Это 7 колоколов. Пора, беги на крышу. Прям беги. Выживание, вы знаете, дело тонкое. Все, скопытился. Я думаю, с пистолетом пока. Как скажешь, кого-то там еще прикрываешь? Так на крышу сядь. О! Ты сообразительнее, чем я думал. Все, минус еще приятель. Избавь умных от страданий. Да как скажешь. А еще вот этого с баллоном избавлю. От страданий. Убей их скорее! Окей! Для винтовки. Да бегу, бегу. Ты на меня не дави. Уходим отсюда, живее! Тебе говорю, не дави на меня. Спешка нужна только... Знаешь где? Правильно. В туалете. Мы, как правило... Выживаем немного неспешно. Беги, беги! Подождешь, ничего с тобой не станет. Заперто. Очистить крышу. А я что делаю, по-твоему? Вот он. Зачистить местность. Бегом! Нафиг ты передергиваешь? Так, нет, давайте с дедушкиным походим. С тозиком. Я тебя прикрою. Прикрой. Лавируй местную чуму. Ты сможешь. Я смогу. Ой. Ну же, давай, давай, давай. Все? Ну, проклятое воронье. Никто не спасся. Боже, нет!
охраны. Мы не сдадимся, клянусь. Я что-нибудь придумаю. Вызову тебя, слышишь? Клянусь печатью Бога. Так. Там что, еще залетные? Пошел. Пошел отдыхать, дружок. Все, съели. Хорошо. Так, что у нас по инвентарю? Эти патроши мы сюда всунем. Так, перекусить у нас ничего нету. Ладно, как скажете. Зачем так было гнать? Зачем спешить? Непонятные вы. Забаррикадировано. Чё, убрать преграду? Ну давайте. Берем. Возьмем дубину нашу традиционную с гвоздями. А, мы отсюда. А что у нас тут? А ничего. Я же говорил, лодка. Лодка это вообще прям идеал из идеалов. Можно было на островок какой-нибудь там подрасчистить. О, люк. Если что, побежим сюда. А нам, походу, сюда и надо. Ну, блин, мне интересно, что у нас тут. Так, а тут мы уже были. А давайте преграду вскроем. Вот, блин. Давала. Ладно. Пути мы себе быстро уже открыли. Все у нас будет отлично. Куда нам надо? Убежище. Ну, пойдемте в убежище. Мужик, как я говорил, тут был неправ. Хотели бы нас убить, убили. Хотя, может быть, они сначала хотели бы нас допросить, что нам известно. Ну ведь, по сути дела, все эти дневники, где мы относим же этому ученому. Ну да, нам спасение было, кстати, бы, наверное, не очень нужно. Дело плохо. И вороны улетели, как и предсказывал Ди. Вот что-то мне хочется найти все дневники и отдать тому дядьке. Я знаю, что ты, если не можешь бежать, просто ляг и умри. Запас сил должен быть всегда. Ты мне там что-то интересное хотел сказать? И я тебя не брошу, что бы ни случилось. Ну да. Но не думай, что хуже некуда. Есть. И сказал, с чумой справится очистительное пламя черных ангелов. Мы-то, кретины, решили, будто речь о воронах Ди. Но нет. Он говорил о чем-то куда худшем. Ох, чтоб его. Генератор нужно заправить. По-моему, пора навестить Викрама. Давай. А забачь кусачи. Заправка в Шордиче. Он живет этажом выше, не ошибешься. Заперся в квартире и уже неделю снабжает выживших топливом. На территорию придется прорываться. Но как дойдешь, скажи, что ты от живого. Да тебя тут все знают, походу, да? Так. Патроши, может, выложу вот эти. И возьму снайперку себе все-таки. Калашик оставлю.
снайперка понадобится еще. Я думаю, одного батончика нам хватит, да? Сохраним, конечно же. Я думаю, может, на этом серию можно завершить. А с вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи, лайк, подписка. Обязательно. Пока.